Congrats. Полдевятого. Доброе утро всем. Вот здесь вот должны провести досмотр шеловский. Сейчас спросим. Доброе. Досмотр здесь? На шел, да? Не, я выгружаться. Баночка из Дзержинского там. Ну, из Дзержинского такие. Пластмасса. Не надо? Не надо? А что мне на воротах сказали, надо? Ну, этот там большой начальник сидит, а у него еще охрана написана. Так что, не нужно? А к вам только если на загрузку, да? Да, так а сейчас что, туда к воротам ехать? И все? Нет, там позвонить диспетчеру. Она прикажет, обязательно пока. А какой телефон? Ё-моё, это хорошо, что я спросил. Мне, говорит, все, говорит, тебя, говорит, тут не пустят. У нас, говорит, хуже, чем на Басве в Германии. Технолог, да? Да? А что, с какими неисправностями не пускаете? Со всеми. Со всеми? Так. Это они придумали такой ноу-хау, да? Скорее всего, да. Ну, давайте номер. 105 128 30 03. Это диспетчерская служба, да? Да. Ага. Все, благодарствую. Владимир, скажи, я такой-такой-то на Белом Лебеде. На чего? Скажи, я такой-такой-то привез вам полицию. А, все. Ну-ну-ну. На Белом Лебеде? Ага. Я первый раз просто не знаю. Все, благодарю. Тогда я освобожу место, чтобы здесь кто-нибудь подъехал. Вот, вы поняли, да? Оказывается, говорит, если выгружаться, то к ним не надо. Ну, я что-то такое примерно и предполагал, вообще, по идее. Привезти-то уже ж привез. Что они теперь свой товар забирать не будут? Будут. Что ты буксуешь на ровном месте? Поехали. Не хочет. Видите? Упирается. Здесь горочку получается назад. Ну, тогда остановимся сейчас. Позвоним. Позвоним и узнаем, что нам скажут. Ё-моё, там с 7 часов уже можно было шевелиться. Может, я зря убираюсь? Короче, звоним. Вы просто... Скажите, с этого, с Дзержинского салплы флакон привез, уголок картонный прессованный. Да, да, он самый. На Белом Лебеде. Ага.
по времени вы не можете конкретно, ну, точно сказать. Нифига себе, у меня сегодня загрузка в Твери. Ясно, ладно. Ну, жду, хорошо, спасибо. Знаете, что она мне сказала? Возможно, ближе к вечеру. Ё-моё. У нас уже груз за таможены готовый. Ну, это, конечно, еще не приговор. Но новость пренеприятнейшая. Ревизор, наверное, даже лучше. Сейчас будем начальство радоваться. Оно будет в шоке. Засада. О, пока мы тут стоим, смотрите, кто к нам едет. Его высокопреосвященство Дмитрий Прапор. Позывной Прапор. В простонародье просто Димыч. На мищене чехпыхе. Вот этот вот аппарат зовут Чехпых. Сейчас он нам расскажет, куда он на нем намылился. Она еще и на газу на него, у него. Сказал, что приедет с кофом. Заберем его к себе. Чехпыхи мы вдвоем не поместимся. Там одному, я вообще не представляю, как он там. Мне в Скане места мало. Мне в Скане места мало. Как ты там в этом чехпыхе помещаешься? Здорово. Давай. На, держи. Павел Пучина. Заходи. Ты возьми. А, ты же тоже в тапочке. Туда на вторую полку скидывай. Что? Ну на второй полке оставляй, я заходи. Могу оттуда зайти. Чего? Да ничего. Я говорю, я мог бы и оттуда забрать. Отсюда ты не зайдешь, здесь у меня отблю. А, ну я понял, правда. Приходит в человеческое существование. У тебя там как и у меня, бля, склад. Ну, оно по-другому не тает. Минус 13. Заливать надо, полный палетник, поэтому. Вот я его здесь и отогреваю. Здорово, да хрен с ним, с полом, вытрется. Ну, здравствуйте, чувак. Привет. Куда ты собрался? Рассказывай. Я? На. Поедешь на море? На море. Глаза мои его не видели, но поеду я в славный город. Чего не глаза не видели? А что там, плохо? Плохо? Не, море хорошее. Во-первых, я уже его от него устал. Во-вторых, там связи нет, интернета нет. Что, там не тянет ничего? Ну, допустим, МТС там тянет, да, там МТС был с самого начала, еще когда вот. Ну, еще когда он украинский. Там МТС был, украинский МТС. Я понял. Филиал как бы на Украине. Не, он и сейчас там есть, он там работает идеально. Но смысл весь в том, что они врубают внутрисетевой роуминг и международный роуминг, а типа за границей. Позвонить-то лазеру там стоит, позвонить, ну, стоит денег. Ну, понятно. А интернет, то есть даже тоже навигатор включишь, который, по идее, много не потребляет. И деньги, знаешь, как счетчик в квартире, когда там. Так, а там надо местную симку покупать, получается, или что? Ну, легче местную симку купить, да, вот, ну, крымскую, допустим. А, да.
А так, если ты с нашей симкой туда приезжаешь, она работает идеально. Ну-ну. Но деньги за интернет, знаешь, как будто у тебя счетчик, вот ты дома квартиру, там стиралку включил. Ну, я понял, понял. Крутится, только, конечно, на глазах улетают. А что ты сюда едешь? Не ближе через вот Псков туда, на Смоленск, на Брянск, на Орел, и там уже день в Ельце выскочить. Той дорогой поехать. Этой ближе? До Москвы. До Москвы. Потом по четверке, а мне кажется. Ну, потом по двойке. По четверке, понимаешь, она платная. Между ними не платим, что сейчас. Не, ну я понимаю, ну такое, мне кажется, было бы вообще вот я. А почему-то если пойти на Псков, потом на Невель, ну там заповедник. Там заповедник и дорога, мама не горит. Ну там кусочек-то дороги, ну просука на твоей. Там можно, конечно, его объехать, там можно по-другому поехать. Ну на твоей-то можно и объехать, да. Я могу и по-другому поехать. Ну, но... Смоленск, потом Брянск, Орел, Ливны, и ты в Ельце, вон выскакиваешь уже на четверку, уже считай где. Я понимаю, но пока я буду там чих-пых, я тут быстрее приеду. Ну, с одной стороны, да, здесь-то все широкое, ровное. Ну, а тут я считаю, сейчас я доехал до Москвы, я до нее не доеду, да, поверну сейчас. В Клину на... По 108, да? Ну да, в Клину на 108 и поехал. Ну понятно. Ну понятно. Либо прямо по 108, обычно как езжу, либо смотрю, что там дальше творится, чтобы там эти переезды на Минки не упереться. Ну я. Львовский в этот. Если там шляпа, то мне легче доехать до Новой Риги. Новая Рига до Москвы, она всегда пустая. Угу. То есть если тут ты в Химках упираешься, ты устанешь на МКАД забираться, то там никого нету. Там, ну, дай понятно. Бог, ну километр перед МКАДом, потому что там разъезд такой, не конкретный. На Риге. Понятно. Ладно, не выдавай всех секретов. Все, будем мы кофе пить. Провожаем. Чих-пыха. Ну, в натуре чих-пых. Это название такое. О, свет горит везде. Давай, давай, удачи. И так почти 3 часа тут со мной простоял. А это вот, видите, инспекцию проходит. Вот этот ман. Поехал, Димыч. Да? А мы все стоим. И сейчас расскажу, почему. В общем, как объяснили мне данные здесь диспетчера, должны были нам выдать инструкцию. То есть при подъезде сюда, еще когда я приехал, 4 часа ночи, надо было позвонить диспетчеру, они бы меня зарегистрировали и уже бы давным-давно выгрузили. Потому что вот одна машина тоже сюда, которая грузилась, он приехал, уже разгружен и уехал. Мне-то никто таких инструкций не давал. Заявки тоже ничего не сказано. Ну, по итогу, меня чего, охранник-то сюда отправил? Этот мне дал, который вот... Вот он, который проводит инспекцию, парнишка. Он мне дал телефон диспетчера. Я позвонил. Все, мне сказали, ждите. Вот, ждем до сих пор. Время уже час дня. До 3 нужно было максимум, самое позднее, приехать в Тверь. Мы уже не успеваем. То есть загрузку на сегодня мы уже сорвали. Кто виноват? Кто не выдал эту инструкцию? Заказчик, который нас заказал? Или завод, который нас отправил? Не знаю. Оно, дело даже не в том, что там, ну, завтра мы загрузимся, понятно, никуда мы не денемся, мы этот груз заберем, увезем. Неудобно, мы вот с людьми, мы пообещали, что мы сегодня приедем, мы договорились, что мы приедем там к обеду, потому что нам надо выгрузка, и по итогу мы сегодня не успеваем приехать. Некрасиво? Некрасиво. Наша вина есть, нашей вины нет. Чья вина? Ну, чья вина? Я думаю, что в первую очередь вина того экспедитора, который заказал нас. Он должен был обеспечить нас этой инструкцией, хотя бы этим прописано должно быть. По приезду водитель должен позвонить по такому-то телефону диспетчеру в любое время. Все. По итогу мы ничего этого не сделали. Стоим.
Когда поедем выгружаться, понятия не имею. Нет слов. Одни мысли. Озвучивать не буду. 18+. Сейчас время. А время сейчас без 15:08. Наверное, не меня одного позвали. Наверное, этих парней тоже. Ну да, тверские местные. Очуметь! Без 15:08. Я потом расскажу весь алгоритм, который тут. Хотя что потом? В общем, ну, само собой, что сегодня загрузку мы уже похерили. Ну, вроде перенесли на завтра. Не знаю как. Вроде как без штрафных санкций пока. В всяком случае, речь о них не везется. Ну, клиент, заказчик вроде поедет. Показался адекватным. Мы ему попытались объяснить, что мы хотели как лучше, получилось как всегда. Ну, вроде понял. Не знаю, посмотрим. Но это ладно. Здесь фишка в чем? Вот мы все стоим. Кто, опять, кто накосячил, не знаю. Ну, по-моему, не мы. Здесь в диспетчерской заявляют, что вы когда должны были приехать, вы должны были, вот я приехал сюда в 4 утра, должны были отзвониться и вас должны были зарегистрировать и, соответственно, вы бы уже выгрузились, потому что машина, которая пришла позже менять, это часов в 7, он позвонил диспетчеру, зарегистрировался, и он до обеда разгрузился, и все, человек уехал. Об этом мне должны были как бы сказать, заявки должно быть написано или каким-то образом, я не знаю. Мне никто ничего не сказал. Я приехал, меня охранник отправил сюда. Здесь в 9 часов мне дали телефон диспетчерской. У меня его не было. Я позвонил, зарегистрировался. Вот, с 15:08 мы едем выгружаться. Для выгрузки, оказывается, не надо проходить никаких техосмотров. Никто лампочки никакие не проверяет. Ничего не надо. Тоже вопрос. В общем, где-то кто-то опять что-то накосячил, что-то натупило. По итогу мы опять пострадали. Ну, сутки потеря времени. Вот сутки я здесь... Ну, как сутки? Ну, в любом случае, я сегодня у нас был расчет, что мы сегодня выгрузимся, сегодня же загрузимся. И уедем. Сейчас тут тоже какой-то специалист прийти, там, наверное, он, я уже шлем достал, тут, наверное, в каске нужно только ехать туда. Кросс-специализированный объект, не, базара нет, объект серьезный, шеловский, там, завод, все. Ой. Спрашиваю, какой алгоритм действий? Подъезжаете, становитесь и ждете. Вас, говорит, к вам подойдут и позовут. Может, еще с нами кто-то и поедет. Не знаю. Никуда идти не надо. Вон я смотрю, все в клетках. Наверное, надо жилетку достать, да? Моя жилетка. Каска вон там лежит, жилетка здесь. Ждем, придут, сказали. Вы
Здрасте. Аптечки, все показал, продышался, хорошо, извините за выражение, пропукаться не заставили. Дурдом, 20 км в час, быстрее нельзя. Ой. Ужас просто, ужас, ходить по дорожкам, дышать через раз, только в каске и в очках, ну, про ботинки это однозначно. Все хорошо, если бы не было так грустно, что столько времени потеряно было. Ладно, понятно, у вас правила, опасное там предприятие, тоже вопросов нет. Но когда вы промурыжили целый день человека, и после этого тут еще вот такой вот... Вторые или третьи будем здесь выгружаться, мне сказали. Сейчас вот разворачиваемся, вот тут ставим машину, идем, сдаем документы. Кепки в этой, в шлеме, в очках, все как положено. Ой, 21 км в час еду. Сказали, расстреляют сразу. Рядом с ним встать.
автономку надо отключать. Где глаза еще? Во. Бонд. Джеймс Бонд. Еще пойду ботинки с той стороны одену. Правильные. Документы на выгрузку. И это тоже. А этот мне остается. Все, пошел я. Вроде кто-то шел пломбу снимать. Сняли, не сняли. Документы отдал. Вроде видел, что кто-то подходил сзади прицепа и... Больше не видать никого. Документы отдал, скажу, сейчас пломбу снимут и на вторые ворота. Вот это да. Весь процесс вот этот весь просто вот. Непривычно. Не знаю, что-то никто не подходит. Может, мне сходить надо самому? Пришел бы, сказал бы. Я видел, что кто-то шел. Ждем тогда дальше. Все. Ее уже сняли, оказывается. Такие правильные. Пройти сказать, что пломбу сняли. Это ж так тяжело. Ох. Ворота номер 2. Поехали. Тут тоже два башмака под тягач. Башмак под прицеп. Ой. Рабочий момент. Ничего страшного. Вот вторые, мы сказали, да. Территория большая, широкая, так подъезжать удобно. В общем, все. Идем, открываем ворота, паркуемся, идем внутрь. Без них нельзя. Пошли. Ну просто. Пристегиваться. У меня до 20 км в час не пимкает. Из 20 11, все. Выгрузились. Я все понимаю. Меры безопасности. Каска, очки, базара нет. Ботинки, жилет, базара нет. Но когда тебя промурзли столько времени, после этого тебе говорят, аптечку есть?
предложил показать, достать ему аптечку. Честное слово, я человек довольно-таки... Ну, вывести из себя сложно, но можно. Я не выдержал и говорю, может мне штаны снять, может у вас... Свобода! Свобода у попугаев! Ничего, вы так потусили тут. Я смотрю. Так, надо пробег обнулить. Через 450 метров. Да, сейчас уже без 10, без 5.11, считайте 11. 19 часов так потусили тут в торжке. Не по-детски, правда? Очуметь просто, просто очуметь. Все как все. Ну вот видите, тут я сейчас там, когда инструктаж проходил, кино смотрел, там минут 10, наверное. Ну не 10, минут 7, так точно. Мне действительно должны были дать номер телефона, по которому я должен был позвонить и предупредить, что я приехал. И мы бы разгрузились бы утром. Так что это косяк. Косяк того, кто нам загрузку давал. Но это ладно. Но я же говорю, меня больше всего взбесило, когда мне говорят, аптечку доставайте. Он удивился, говорит, а зачем вам штаны снимать? Может, у вас без трусов нельзя? Может, я без трусов еду? Извините, еще раз. Уже остыл, уже все нормально, ну сразу. Оно бы ладно бы вот это все, когда ты приехал, все там туда-сюда, часик там подождал, и ты заехал выгружаться. Но когда ты уже перед этим 18 часов здесь отстоял, и когда тебе еще вот такой, мягко скажем, тупые предложения поступают. Это мое мнение. Может быть, я в чем-то не прав, но я не вижу, не понимаю, для какой, для каких целей нужна аптечка. Если мне плохо станет, тут территория предприятия проехать 500 метров. На БАС заезжаешь, ты там, понятно, там несколько километров едешь. И то там аптечку никто не спрашивает. БАС в Людвигсхафене. Здесь. Ну ладно. Хрен с ним. Будем знать теперь. Огнетушители. Все-все-все им тут подавай. Все, ладно. Летим в Тверь. Главное, что вы будете. 65 километров отсюда до загрузки. Приедем и спать. Кажут.
один раз растамаживался. Тут еще помню, тут таможня в Твери. В общем, в машине ночевать нельзя было. При таможне, гостиница. Ну, как гостиница? Ну, понятно, что не номер люкс, не президентский, но койко-место там, отдельная каюта. Нормально так. Но это было тоже. О, смотрите, что-то там празднуют. А, Старый Новый Год, кстати. С наступающим вас Старым Новым Годом. Через 10 минут настанет. Ну, видите, народ празднует. Тоже правильно, что? Нам 12 километров. Не, уже не успеем доехать. Она и Тверь началась. Салют посмотрели зато. Красота. О. Огонь. Все. Ну, мы поехали туда. Кстати, Тверь основана в 1135 году. Петербургское шоссе. Вот мы едем.
с севера на юг я Тверь пересекал. Вот с запада на восток, как мы сейчас, ни разу не доводилось. Вот, проедем. Тверь, да, Тверь старинный город. Такой архитектурный ансамбль красивый. Это коллега собрался налево. Но может дальше уже совсем нельзя грузовикам? Не то, что с 7 до 9. Нельзя от слова совсем. Давайте повернем налево. Движение грузовиков только налево. Хорошо. Может, нам по соседней улице можно будет ехать. С люка как парит. Скорее всего, по прямой это уже самый центр. А это что нам здесь рисует? Ой-ой-ой, какие кренделя. Хотя вот по прямой знака грузовикам запрещено нету. Было направление движения для грузовиков налево. Ну, я так понял, мы сейчас по соседней улице просто поедем. Ну да. Просто тупо по соседней улице. Вот Бежецкий указатель. Вот. Вот мы тогда со стороны Бежецкой и выползали. Еще по соседней улице. Ну что, Дашка сейчас нам, Машка вернее, скажет. Через 500 метров направо. Сейчас посмотрим, если там знака нет. Поворачиваем. Хорошо, что так ночь. Кстати, вот старый Новый год. Со старым Новым годом, да?
Интересный праздник тоже. И что? Используйте второй поворот направо. Вот здесь нам направо можно или нельзя? Если можно, то повернем. Если нет, поедем дальше. Полиция впереди понеслась, тут с кустов выскочила перед носом. Какую-то речку переезжаем. Но не Волгу. Волга у нас будет с правой стороны. Мы почти на берегу ее будем грузиться. Не, ну это ж не Волга. Так, приток какой-то. Чистят, молодцы. Через 100 метров плавно поверните налево. Вот мне надо было с этим коллегой ехать. Он местный, все знает. За ним и едем. Так, он налево поворачивает. Нет, за ним не получится. Он тут, ну тут мы уже однозначно едем по прямой. Бежецк налево, улица Туполева прямо, прям указатель был. Четыре километра остается. Наверное, в промзону какую-то сейчас приедем. Частный сектор. градусов на улице, морозец и ветер. Тут не было бы ветра, а так еще такой ветер. Сейчас на заправку останавливался, за кофе бегал, так такой неприятный ветерочек. Маяковского сейчас у нас. Интересно. У нас Маяковского чуть ли не самая центральная в Минске. А здесь вот частный сектор какой-то. Спать уже хочу. Днем так подремал немножко. Так, сейчас нам налево. Я сейчас
сектор промзона. Промзоновский частный сектор. Частный. Хотя нет, вон дома. Эти этажки. Двухэтажки. Елочки. Все тут хорошо. Так, ну вот Туполева, вот она, но нам надо как-то вот так заехать. Здесь нам направо. На следующем повороте поверните площадка, судя по фото, есть после предприятия. Поэтому где-то тут мы сейчас пришвартоваться получится у нас. Хочется в это верить. Задом вот сюда вот. Я потом вырвал ее оттуда. Вот в чем дело. А так мне вот сюда. Тут вот площадка. Но здесь все маленькими заставят. Вот здесь все маленькими заставят. Я ж потом не стронусь. То есть не смогу выехать. Ладно, пойдем мы это сейчас на улице. Рассмотрим все.
оконные системы. Пойду, может, здесь какой охранник? Может, меня на территорию запустят? Пойду спрошу.